2 декабря в Голубом зале Казанского федерального университета состоялось 10-е юбилейное заседание комиссии по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в 2022 году. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов и оглашения повестки дня. Председатель комиссии Казанского университета, проректор по общим вопросам Ришат Гузейров, обозначил ключевую тему заседания. Повестки дня у нас один большой вопрос, который состоит из трех частей. Мы пригласили сегодня представителей трех институтов, которые здесь находятся, и хотим заслушать руководителей данных институтов и работающих в рамках институтов студенческих комиссий. На заседание комиссии были приглашены представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института управления экономики и финансов и Института дизайна и пространственных искусств. Члены комиссии заслушали директоров вышеупомянутых институтов о деятельности студенческих антикоррупционных комиссий, а студенты презентовали свою деятельность. Наша студенческая антикоррупционная комиссия выполняет несколько функций. Наверное, работу нашей комиссии можно разбить в целом на три блока. Это, конечно же, работа с администрацией, как института, так и университета, со студентами. И наша непосредственная работа, заключенная в положении студенческой антикоррупционной комиссии. Мы занимаемся профилактикой коррупции в рамках нашего института дизайна. Мы стараемся привить ребятам культуру грамотной работы с студентами и с преподавателями, потому что на самом деле нам очень важно, чтобы у нас не происходило таких случаев, которые бы подвергали риску студентов в рамках обучения. Комиссия по противодействию коррупции КФУ и Департаментом по молодежной политике ведется целенаправленная работа по воспитанию у студентов чувства гражданской ответственности, важным элементом которой служит формирование антикоррупционной этики, навыков противодействия и противостояния взяточничеству. Это, безусловно, один из ключевых аспектов в вопросе просвещения молодого поколения. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.